Ахтубинская команда «Авиатор» почти 18 раз принимала участие в фестивале гандбола, который проводился в городе Тольятти, столице России и Европы детско-юношеского гандбола. И в этот раз гандбольный клуб «Авиатор» пригласили на международный спортивный праздник. Только зарубежных команд было 17. А главный рекорд – это невиданный прирост числа участников. С 1 по 7 июня 2019 года в спортивных баталиях на гандбольных площадках спорткомплексов «Олимп», «Волгарь», «Акробат», стадиона «Торпеда» принимали участие 174 детских гандбольных коллектива, что на 22 больше прежнего рекорда. В их составах было 2520 гандболистов. На тольяттинских игровых площадках гоняли мяч посланцы 59 городов. И это тоже рекорд. Всего в течение фестивального турнира было оформлено 585 официальных протоколов матчей. И это тоже рекорд. Начался праздник, как обычно, с карнавального шествия. Ахтубинская команда заметно выделялась на фоне остальных участников, потому, наверное, и попала на заголовки многих газет, телевидения, а после праздничного шествия начались турниры по подгруппам. Ахтубинский «Авиатор» провел 7 игр, вошел в число призеров в своей категории. О том, как наши юные гандболисты отстаивали честь и достоинство нашего города и района Астраханской области, они рассказали 9 июня прямо на вокзале, где их встречали родители. «Астраханскую область, — сказал Николай Остапенко, — представляли мы, команда «Авиатор». И «Харабали» принимали, наши, как говорится, земляки, братья родные тоже. Вместе жили, вместе играли, там друг друга болели. Поддержка тоже друг друга детей колоссальная была. Это очень большое имеет значение. Хочу сказать, что, ну, будем работать, тренироваться, значит. Приятно, что нас отметили организаторы соревнований. Мы болели за них, честно болели, смотрели каждую онлайн-трансляцию, каждую смотрели. Поэтому все равно молодцы, умнички. Хочу поздравить всю нашу команду за участие, за их победу. Умнички, болели все душой. Хотим поздравить, пожелать дальнейших успехов, еще более лучших. И я думаю, да, скоро будут уже тогда первые места, думаю, в ближайшем будущем. Главное тренироваться, тренироваться, тренироваться. Молодцы, ура! Мы снова взлетаем, мы снова летим. Громче! Наш «Авиатор» не победит! Вот так вот. Мы с пустыми руками вас, да, встречаем. Да, мы хотим вам подарить памятные подарки от всех, от нас, от родителей. Вот, чтобы вам, да, чтобы вам это все запомнилось, ваши первые выступления, ваши первые шаги к победе. Поздравляем, Николай Николаевич, вы как тренер дарим лучшему тренеру гандбольной команды «Авиатор» город Ахтубинск Остапенко Николай Николаевич. Поздравляем вас! Да. Поздравляю. И также нашим победителям. И деткам победителям. Вот такие магниты с их изображением. И ручки, символик «Авиатора». Да. О, поздравляем. Молодцы. Похлопали, похлопали. Поздравляем. Молодцы. Поздравляю. Поздравляю. Праздник прошел, показал, что ахтубинский гандбол на старте. Юные спортсмены, а их немало в городе и селах района, готовы поднять его на высокие вершины, возродить былую славу. Для этого, сказал Николай Остапенко, директор спортклуба «Авиатор», у нас есть все, или почти все, а самое главное – желание детей, их родителей. Мы за вас душой болели, крепко сжали кулаки. Вы же лучшие пилоты, авиаторы страны. Владислав Лихват, Татьяна Смагина, Ахтубинск ТВ.